Здравствуйте, дорогие зрители канала Лес и Огород. Сегодня будем делать, запекать мясной рулет с грибами. Для этого я взяла филеечку говяжью или телячью. Где-то грамм здесь 600 с чем-то до 700. Разрезаю, делю визуально на три части и разрезаю где-то, чтобы до сантиметра не доходило до конца. Мы разрезали вот так. Теперь я на пол сантиметра вот так вот разрезаю. И в обратную сторону также беру пласт мяса и режу не до конца опять. Это ты хочешь, чтобы получился один какой лист большой, ну, да? Лист, с которого мы будем делать рулет. Который заворачивать, понял. Мы сделали вот такой пласт из нашей телятины. Теперь я накрою пищевой пленкой и гладкой стороной молотка немножко побью. Немножко мы отбили мясо. Теперь снимаем пленочку. Солим по вкусу, по всей площади нашего кусочка. Рукой чуть-чуть так его, чтобы оно, пришлепываем вот так. Затем я немножечко перчу. Также по вкусу, кто как любит специи, по желанию. Вот так, опять немножко пришлепну, накрою пищевой пленкой и пусть оно немножечко просолится. В сковороду я налила грамм 70 масла, можно смалец, по желанию, кто что хочет, и нарезаю мелко квадратиками лук. Отправляю лук. Пусть обжаривается. И примемся за морковку. Морковь я нарезаю, ну, вот такой вот соломкой. Лук обжарился до золотистого цвета. Я добавляю сюда морковь. Вот так, немножечко его чуть-чуть поджариваю. И сюда же высыпаю часть грибов. Я все не буду. Я разморозила. Это у нас замороженные маслята. Но можно шампиньоны. Любые грибы на ваше усмотрение. И обжариваем немножко. Я по вкусу также начинку поперчу черным молотым перцем. Немножко посолю. Добавлю также немножко, совсем чуть-чуть, где-то пол чайной ложки базилика. Перемешаю, и пусть наша начинка остывает. Начинка остыла, мясо просолилось. Теперь я вот натерла сыр. На дно слой сыра. Затем слой грибов прожаренных. В грибы я добавила чеснок. А вы смотрите по желанию. Хотите чеснок, добавляйте, не хотите, не добавляйте. Многие пишут, что не любят. И вот эту морковку я вот так ее горизонтально, как вот по ходу рулета вот так поставлю, чтобы при разрезании были у нас морковки. У меня грибы свои, останутся, мы их съедим. Вот, а вы рассчитываете, какой величины у вас будет рулет. Чтобы не покупать много, я думаю, грамм. Теперь остаток сыра мы посыпаем сверху на нашу начинку. И будем сворачивать наш рулет. Теперь возьмем вот такие палочки, шпажки. И попробуем сшить наш. Можно взять ниткой, если у вас есть. Можно зубочистками. Мы все равно будем его заворачивать в сетку. Вот у меня есть свиную, так что это не критично. Вот здесь вот зубочистками по краям. Вот мы зашили зубочистками, шпажками. Вот такой у нас получился рулет. Теперь я пленочку убираю.
Вот здесь вот расстелю сетку. Можно без сетки. Это просто у меня есть. Уже замаринованная в специях. Помытая, хорошо вымоченная в холодной воде. Замаринованная в специях свиная сетка. Поэтому я вот так заверну. Можно взять вместо сетки, нарезать тоненькими как пластиночками печеревок свиной и завернуть в пластинки печеревка. Постелить пластинки на фольгу и завернуть. Да, тогда теперь вот я заворачиваю в фольгу. Теперь вот поставлю на противень. Опять вот. И отправляем в духовку при 180 градусов. Вот наш рулет мы испекли. Он был в духовке где-то 50 минут. Около 100. Я меняла то 180, то 200 градусов. За минут 15 до готовности я открыла фольгу, чтобы он подрумянился немножко. Теперь вытаскиваем наши шпажки зубочистки. Они еще не хотят вытаскиваться. А зубах. Да. Принести клещи. Как они при это вот. Прицейгойкались. Прицейгойкались, да. Ну давай, выходи. Это надо мужская сила. Ну я ж снимаю. Ну давай выключи и вытащишь. С помощью мужа мы справились, вытаскали все зубочистки. Теперь, чтобы придать рулету праздничный вид, я возьму 1 столовую ложку паприки, чайную ложку кориандра, чайную ложку карри, перемешаю и обваляю наш рулет, чтобы он был красивый и нарядненький. Мы кусочек отрезаем на дегустацию. Вот такой вот рулет у нас в разрезе. Вот это мы попробуем, а это завернем и будет ждать гостей. Ну вот, друзья, такой вот рулет у нас получился. Будем сейчас пробовать. Возьму кусочек. Мягкий, сочный. Очень вкусный рулет говяжий с грибами. Так что сейчас даже вот попробую с хреновиной, которую мой муж делал осенью. Не присмакивай, то подумает, что я это так. Все, друзья, пока. Подписывайтесь. До свидания. Пока.